фишинг. Что вообще? Зачем мы вернулись? Потому что нам надо кучу еще рыб новых поймать. Посмотрите, сколько их тут еще. Куча новых рыб. Тут еще вот куча рыб новых. И тут тоже очень много рыб новых. А как этого вообще ловить без шапки шахтера, я даже не представляю. Но сегодня мы поймаем королевскую особу. Я тут немножечко половил этих королевских особ. Я пытался там поймать. Где там? Короче, кого же я хочу вообще ловить? А ловить мы будем... Чего? Ancient Kingfish. Миллион. И вот у меня все сложилось нормально, но вот такая вот рыба, чук, она мне все, блин, испортила. А, ну да, я забыл про Мангалава. Который тут проплывает. Я совсем забыл про Мангалава. Да, нам тоже его надо ловить. Но... Кстати, оказалось, что эта лодка уже доступна не как секретная лодка. Но надо придется потратить 5 миллионов. Так, я приплыл за маленькими рыбами. Я выпустил тут кучу рыб каких-то. Я не знаю, что это за... Блин, съела она рыбку. Зачем ты съел наживку, рыба? Зачем? Ой, блин, это проблематика. Это реально проблема. Посмотрите, тут только хьюч рыбы мне нужно ловить. А про Мангалава я вообще хочу помолчать. Это очень сложно ловить. Кстати, а немного расскажите, а как ловить маск-фиш? Мне просто очень интересно. Что за... Что ты делаешь? Что это за рыба? Она стреляет? Ой, я поймал. Так, я треску какую-то поймал. Кстати, она не очень дорогая. Не, может для кого-то... Вообще круто, но для меня миллион долларов. Так. Какая дерзкая. Давай без этого. Так, значит, лампочка. На всякий случай хук. Я готов. Я готов ловить. Ой, вкусная вода. Я вот так вот делаю, ну чтобы, в принципе, ну, пока я вот так вот пью водичку, ко мне не приплыла эта рыба. Потому что на клавиатуре я работаю, а мышкой я нет. А тут мышка тоже очень важна. Правая клавиша, если что, для бомбочки. Но только если вы выберете детонатор и бомбстак лучше, потому что вы можете пить бомбочку таким образом. Так. Ой. Я спугнул не ту рыбу. Вот это вот мне надо было. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как ее спугнуть. Она мне всю малину все время портит. Вот опять. А, ладно. Вот. Это рыба. Все, вот таким вот образом я ее буду вести на поверхность. Когда я ее поймаю, то стражу кингфиша уже не будет. Отчего? Я смогу спокойненько поймать его. И знали бы вы, какая это маруга с кингфишем. Кстати, есть марка маруга, значит, тоже. Чук, 100 тысяч, забираем. Достижение за то, что я поймаю кингфиша. И мне
надо за маленькими. Тут дефицит какой-то с маленькими. А я вон папа не хочу тратить. Я хочу дырку. Ага, вот это вот рыба. Вот, там проплыла рыба. Это тоже из королевской. И они тоже защищают короля. Они мне много маленьких сделали. Так, я около лампочек. Я не знаю, откуда здесь эти лампочки. Ну, это мне не пользуется. Так. Ой. Меня съели на жопу. Ну, серьезно, вот... Простите. Вот серьезно, надо было именно сейчас съесть мою нажимочку. Это что такое? Что? А, это бомба. Короче, я за пираньями поплыл. Ёшки! Это каким образом тут случилось? Это как катавасия, простите, извините, объяснитесь. Что это такое было? Так, самое главное, чук у меня находится в лодке. А чего ты не... Кстати, лучше продать. Так, я за пираньями приплыла. Их тут хоть отбавляй. Мне не важно, съедят ее или не съедят. Это старая рыба. Вот новую рыбу вот мне не надо съедать. Мне как бы нужен полный каталог. Ну все, поплыл. Так, я слежу, что за чук. Сбежать. Но я получу кингфиша все равно. Все, приплыли. Хук и одна бомбочка. Вот какая-то вот такая и большая наживка. Вот какая-то вот такая вот у меня тактика, чтобы поймать кингфиша. Кстати, это логично, почему его так защищают. Он как бы миллион стоит. А еще как бы это похоже и на стражу. Так, если что, я с бомбочкой не просто так плыву, потому что тут есть очень бесячая меня рыба, вот эта вот. Рыба меня очень бесит из-за того, что она съедает всю... ладно, тут была вторая, которая не может по... Нет! Я скармливаю королю. Быстро королю! Да блин, я не успел! Вот что это такое? Вот прям сейчас тебе надо было появиться. И все мне... Так, готово. Каспер, уплывите. У меня тут эта миссия, чтобы поймать это... В общем, на всякий случай взял вторую бомбочку, чтобы спухнуть ту бесячую меня рыбу. Я не знаю... А, нет, двух бесячих рыб. Извините за выражение, но реально бесит эта рыба, поедающая лампочку. Конечно, можно ее спугнуть бомбочкой, но это так очень сильно вам погоду не устроит. Так сильно, что все получится. Вот, тут их две. Я опять неправильно попал. Вот не зря я взял две бомбочки. Ать, первая. А вторая не появляется, понятно. Делаем. Давай. Привет, король. Я тебя заберу. Кстати, мне не важно, съест мне лампочку эта рыба. Не съест. Главное, что король у меня уже байтится. Кстати, почему я его не поймаю? Я не знаю, насколько он сильный. Ну, да, пошел тянуть. Но шука твоего нету. Что это такое? Что за стража? Его хотя... А!
Кстати, у меня... Я сейчас... Не шучу, у меня сейчас леска реально красная. Вы сами видите. Боже мой, да тут всех надо выловить. Что... О, боже мой. Просто 10 минут пытки. Слушайте, я, наверное, не могу... Поменяю, наверное, свою шапку на другую, потому что мне, ну что, вот лучше поменять. А, оп, на помпончики, что это такое у нас? Попались вот они. Ладно. Ладно. Вернусь к ним позже, я плыву. Все, я плыву. Новый челлендж от мистера Биста. Поймать. Ну нет. Ну только этого мне, блин, не хватало. Ночь. Короче, тут конкретно надо лайтбал. И бомбочек, мне кажется, три. Чтоб всех спать. Возьму. Стоять. Хук. А теперь вниз. Пару взорву. Так. Два чука надо поймать. Где второй чук? Который мне всю малину испортил. Так, все, я плыву, бомбочки наготове. Где-то в этой стороне я выплыл второй чук. Где он? Где он? Скажите мне, и я его поймаю. Нет! А, кстати, стоп, у меня бомбочка. Удобненько. Да, бомбочки есть. Не по... Во! А нет, это не чук. Ах, кто это? А где второй чук? А как поймать тогда кингфиша? О, боже мой! Я испугал... Это что за сом? Опа-на! Кто это такие у нас? Кто это такие у нас? А кто это такие у нас? А-а-а, это король. Ой! Я не хотел. Так, куда они уплыли? Куда они, блин, уплыли? Это... А! Это стартфиш. Так. Короче, просто байте короля. Вот. Вот мой план. Просто байте его. Если я его поймаю, то это нам... То это нам ничегошеньки не даст. Потому что... Его защищают очень сильно. Так что, вот вам мой совет. Просто его байте. Что, королеву как-то надо поймать? Сколько она стоит, я тоже... Вот, если я... попадется какая-то рыба, я его все равно буду байтить. Я его буду байтить. Потому что, если я его не забайчу, я могу его и не выловить. Из-за того, что... Его... Ой. Ой-ой. Я поймаю. Ладно, 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 ладно. Давайте, давайте. Простите. Да блин. Это сложно.
Ну ладно, одна рыба меньше. Короче, если вижу эту рыбу, ну, такую, которая помогает, я просто ее ловлю, ну, тролля. Ну, потому что это очень так бесит. Что вы тут делаете такое? Ладно. А, это, блин, эти рыбы вторые, которые меня бесят. Да, блин, из-за них я не могу нормально наживкой пользоваться. Не, ну вот это вот, конечно, то, что было с цепной реакцией, это разработчику отдельный разговор. Ну просто я такого не ожидал немножечко. Не, ну это, конечно, прикольно, типа, он так взорвался, и я не понял. А, кстати, если вы тоже хотите вот этих вот кингфишей всех поймать и так далее, давайте немножечко расскажу, как мне пробраться. Короче, на месте этого парня у вас будет стенка. И чтобы ее сломать, там есть специальная рыба. Просто берите бомбочку, байте рыбу до высоты стенки и просто пугайте ее. Она поплывет в стенку. И бум! Все! Тыщ! И раскололась стенка. Вот, кстати, из-за этого у меня и выплыли все эти рыбы. Защищает короля. Не, ну мы сегодня должны попробовать хотя бы поймать его каким-то образом. Нереально. Так, тут рыба, наверное, уже вернулась. Так, это тоже из королевская? Нет, это не королевская особа. А что это за особа? Это какая-то рыба очень странная. Ну вот опять! Хорошо, что у меня есть сонар. Я могу полагаться на него. Ой! Встретил этих рыб и заметил, что эта большая не ловится почему-то. А почему, я не знаю. Короче, довольно сложно просто забайтить этих, всех ваших этого короля. Это нужно просто какие-то... Ой-ой-ой, какие усилия делать, чтобы забайтить короля. Потому что его... Точно, бомбочки! Как я сразу не подумал! Короче, надо будет просто распугать этих рыб, не пугая короля. Это вот... Опа-на, кого я вижу? Кого я вижу? Быстро пугаем! Бомбочкой, а то эта рыба мне потом... Ой-ой-ой, какую мороку сделает. Так, быстро! Быстро пугаем ее, чтобы она не знала, что я король. Так. Почти доплыл. Почти за ней доплыл. Испугал! И уплыла она. Кстати, у меня почему-то две бомбочки уже потратилось. Ну и... Блин, одна бомбочка осталась. Так, это будет мне не хватало. Ладно, король, ну поехали опять. По нашей старой традиции. Ой, боже мой, меня послали. Я, если что, буду пугать. Иди ко мне, хорошенький мой. Ой, боже мой, кто тут приплыл? Я это сделал. Да, я поймал короля. Ну что ж, можем пожать руки, король, я вас поймал. В общем, 20 минут потратил я просто, чтобы поймать вот этого вот короля, Регина. А как Регину поймать? Я не знаю, как Регину поймать. Так,
Может, еще королеву там поймаем, а то, ну, как бы, король и королева, как бы, вот так вот. Но королева всегда сильнее короля в шахматах. Кстати, я люблю играть в шахматы. Ребята, напишите в комментариях, а вы любите играть в шахматы, потому что это круто играть в шахматы. Короче, какой-то гайд получился, как поймать кингфиша аж на 20 минут. Я шучу, реально, вот у меня вот запись идет. Кстати, вот всегда вот вы можете заметить, что я куда-то мышкой делаю. Объясню, у меня просто есть, ой, панель съемки, но вы ее не видите по какой-то причине, неведомой. Какой-то неведомой мне причине. Хотя не, я знаю. Ну просто для меня панель есть. Для вас. Ой, боже мой. О, боже, зачем так туго? Скажи всем привет, папа. Всем привет. Очень вкусная вода. Кстати, рыба не спала. Орвелиан. 70 тысяч. Ну, я его не буду ложить в лодку. Мне нужен он, чтобы поймать более такую большую рыбку. Я просто хочу все-таки поймать еще какой-то... Попробовать поймать королеву. Но если не получится, ну ладно, какая разница. Самое главное, что мы короля поймали. Вот это вот самое главное. Чтобы мы поймали короля. Так. А где все средние рыбы, я не понял. Была куча вот этих вот дельфинов или кто это? Где дельфины? Вниз. Кстати, я опять без лампочки. Ну какая разница, у меня есть сонар. И как поймать вот эту вот рыбу, которая поедает лампочки, пожалуйста? Напишите в комментариях, как поймать эту рыбу, поедающую лампочки? Потому что я не знаю, как ее ловить. Так. А я не понял, а где все средние рыбы? Вот это вот уже не прикольно. А где они? О, только заговорил про средних рыб, как вот они. Кстати, а почему я поймал кингфиша? Мне дали аж 2 уровня. Кстати, это логично. Кингфиш довольно сложная рыба. Я вот на него сколько времени потратила. Попробую, конечно, королеву поймать. Но если не получится, то не получится. Так, так. Ой, у меня кто-то леска. А, нет, леска нормальная. Да, леска нормальная. Все. Фин пойман. Ну, а теперь занимаемся поимкой королевы. Потрачу точно на рыб, которые едят лампочки. И как их поймать, мне интересно. Если вот, да, можно наверх котиком, но они наверх, ну, не прям сильно хотят. Всегда наверх они не могут. Я тупу, дурабу. Начинаем плавать. Привет, королева. Это кто такое? Это, по-моему, вообще не королева. Ну ладно, поймаем. По-моему, вообще стража какая-то. Ну, мы поймаем, мы попробуем поймать. Байчу, потому что я не знаю, на что она способна. Она может вообще вот так вот раскрутиться и мою леску порвать в 2 счета. Поэтому, кстати, вот охрана что-то не идет на нее. Так что можно поймать. Я реально не знаю, на что она способна. Вдруг она реально вот раскрутится, когда поймаю. И как леску оборвет, так что лучше, ребят, забайть. Вот вам совет.
лучше байтить. Вот. Очень часто лучше байтить. Вот. Сильные рыбы с той же Джози, лучше ее байтить. Потому что она будет у вас очень сильно в нижний левый. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот так вот нельзя! Вот так вот нельзя! Ну ладно, кингфиша мы поймали, на этом закончим. В общем, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать, ну, как бы, наши новые видео. Мы стараемся! А вы подписаны? Смешно. Если вы хотите вот еще больше Cat Calls Fishing, ну, посмотрим. Вдруг вам будет интересно. Почему же я не снимал раньше? Так я потому что я почти всех рыб там поймал. Это всех рыб. А вот тут обновление, вот так вот, в общем. 1 миллион. В общем, всем пока-пока.